По поручению правительства Московской области дети из малообеспеченных семей, которые в этом году пойдут в первый класс, получат подарок первоклассника. В него входят рюкзак и канцелярские товары. В городском округе школьные принадлежности получат 86 детей. В гостях у одной из первоклассниц побывали мои коллеги. Возьми в руки карандаш. Уверенно читает, умеет писать и считать. Уже купила школьную форму и часто примеряет ее дома. 6-летняя Милана Попова с нетерпением ждет момента, когда впервые сядет за парту. 1 сентября она станет ученицей 59-й школы. Я очень хочу учиться и хочу побыстрее пойти в школу. Подготовка к школе – это радостный и волнительный период для ребенка и затратный для родителей. Чтобы помочь мамам и папам справиться с ним, региональное правительство запустило акцию «Подарок первокласснику». Милана, держи открытку, держи рюкзак, тебе удачи. И чтобы школа 1 сентября началась с такого знакомства с друзьями, с одноклассниками. У тебя появится очень много друзей, с которыми ты по жизни потом будешь идти. Да, на первое время, думаю, ближайший месяц-два нам хватит. Ждем родительского собрания в школе 59-й Кореневской для того, чтобы понять, что нам нужно покупать далее. Но вот сейчас нам подарили рюкзак для первоклассника, уже немножко, можно сказать, мы готовы. Пенал, тетради, ручки, карандаши, цветная бумага, ножницы. В рюкзаке все самое необходимое для учебы Миланы. Осталось только дождаться 1 сентября. Дай постельный гладь. Нет, Ник, это в школе. Нет. Да. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.